20 января 18 года. Снова встречаем рассвет, друзья мои, на крыше в Паттайе. Солнце должно появиться вот за тем самым высоким зданием. Впереди, по горизонте. Но что-то его нет. Или смог сегодня, потому что уже 7 часов 5 минут, а восход у нас должен был быть 7 часов. Послушайте, как птицы поют, друзья, красота. Птица сидит вот там за углом. Вот там на углу, где растет какая-то вот эта вот. Вот она там сидит. Сейчас я попробую подойти. Но... О, улетела. Не хочет показываться птица. Вот здесь должно быть солнышко у нас. Восход, товарищи дорогие. Ну, где же он? Похоже, что сегодня облачно. И ничего нам не показывает наш восход. А панорама снова вот такая шикарная. Это вид с крыши нашего кондоминиума Лагуна Бэй. Просто великолепно, вы знаете. Здесь есть сауна, здесь есть бассейн, здесь вот такие вот площадки для того, чтобы сидеть вечерочком. Великолепная крыша, очень зеленая. Растения, правда, в катках здесь, но все равно здесь все чистенько. Каждое утро здесь убирается, тайцы убирают. А вот это вот наша великолепная башня смотровая, с которой спускается канатная дорога в обе стороны. Вверх и вниз. Мы еще по ней не ездили, правда. Мы еще только собираемся. А это вот вид на море, друзья. Такой прекрасный. Там вдалеке море. И даже вон там виден остров в хорошую погоду. Остров. Там чуть-чуть на горизонте, если вы видите, вот где виднеется кран, и прямо рядом с ним. Небольшой остров. И вот такой вот просто круговая панорама с нашего кондоминиума, с нашей крыши. Вот это вот вид на бассейн. Вот он, шикарный бассейн начинается. Можно в него вот так зайти. Боже, жук! Прилетел, надо спасать. Вот такой. Прилетел и чуть не утонул в нашем бассейне. Ну, давай. Улетай, дружок. А мы идем дальше по бассейну, друзья. Здесь еще мелко. А дальше он получается вот такой спуск. И уже дальше глубоко. А вот здесь, видите, вот в уголке, это джакузи. И туда за угол
Плывешь, плывешь, плывешь. Там все глубже и глубже, и там тоже есть лесенка. Ну что, жук? Сегодня у нас в 6 часов утра было плюс 26, друзья, температура воды. Ой, температура воздуха. Температуру воды я, к сожалению, не знаю. Градусника нет у нас. Вот здесь еще такой уголок очень красивый. С зеленью, друзья. Очень симпатичное место, вы знаете. Да, скорее всего, сегодня... Вот я вам опять показываю, где должно взойти солнышко. И уже 7:15, и восход вообще-то уже солнце наступил. Но похоже, что там слишком облачно сегодня, на горизонте не видно. И вот с другой стороны, друзья, я зашла. Вот такой вот. Здесь обычно тенечек долго сохраняется. Вот здесь опять лежаки. Люди отдыхают в тени. Такой здесь немножко другой вид. Здесь уже пальмы такие огромные. Очень красиво. Вы знаете, конечно, я считаю, что вот этот наш кондоминиум Лагуна Бэй, он просто замечательный. Хотя, в принципе, нам особо не с чем сравнивать. Я здесь впервые. Но меня все устраивает, друзья. Очень замечательно. Посмотрите, как это все выглядит. Как это все прелестно. И это огромное открытое пространство. Вот видите, Лагуна Бэй. Это открытое пространство. На крыше оно просто восхищает, друзья мои. И вот этот вот другой конец бассейна нашего. Здесь мы с сестрой фотографировались на закате. Закат у нас с этой стороны, друзья. Вот так все выглядит здорово. А жук мой так и не улетел. Что-то он там хлорки наглотался, наверное. Вот так, друзья. С добрым утром и с хорошим днем. Пока-пока.